Этап Кубка мира по самбо проходил в городе Кстово Нижегородской области с 20 по 23 августа. Там состязались лучшие самбисты мира. Среди них Анастасия Ячевская. Турнир являлся отбором на чемпионат и первенство мира. Соченко представляла спортобщество «Динамо», и ей удалось завоевать бронзовую медаль. Соревнования были очень достойные, очень был высокий уровень. На самом деле приехало сразу свыше десятка стран на эти соревнования. На самом деле было очень интересно. Я второй раз участвую в таких крупных соревнованиях. Опыт большой получила еще раз. В прошлый раз буквально уступила немножко за бронзовую медаль. В этот раз выиграла. Главная мечта Анастасии Ячевской – попасть в сборную России. Ее тренер Ольга Авдеева, старший тренер Федерации дзюдо и самбо Сочи, уверена в своей подопечной. Я рада победе моей ученицы Анастасии Ячевской, бронзовой медали на этапке Кубка мира по самбо. Желаем ей также в дальнейшем еще высших побед. На этом не останавливаться. Будем в дальнейшем еще сильнее тренироваться и готовиться к такому уровню соревнований. После бронзовой победы в Кстово Ячевская заслужила право представлять Сочи на следующем престижном турнире на призы президента Татарстана, а затем и на Кубке России по самбо. Сочинская организация «Динамо» рада приветствовать призера этапа Кубка мира по самбо Ячевскую Анастасию. Надеемся, что победа наших динамовцев на предстоящем Кубке России, а также на будущем чемпионате мира, который будет проходить в нашем городе, также останется за спортсменами «Динамо». Анастасия Ячевская на данный момент является мастером спорта России, работает тренером в детско-юношеской спортивной школе номер 9, имеет коричневый пояс по борьбе с дзюдо. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.